Опять этот вопрос про автономию, про Лезгинстан. И Чахуа, ты живешь в Дагестане, да? В Дагестане лезгин живет больше, чем в Азербайджане. Требуйте, да, автономию у России? Требуйте, да, для себя, для Лезгинстана автономию в Дагестане, в России. Что вы сразу на Азербайджан? На Азербайджан рыпаться только, да, можно? Мы здесь лезгины Азербайджана, я лезгинка чистокровная. Я прекрасно здесь живу. Я великолепно здесь живу. Я здесь живу лучше, чем вы живете там, поверьте мне. Я живу в столице Азербайджана, в Баку. Я спокойно в Баку могу устроиться на работу, на любую работу, на которую позволяет мое образование, моя квалификация, конечно. Наравне с любым азербайджанцем. У меня точно такие же права, как у любого азербайджанца. А теперь, Ча, скажи мне такую вещь. Ты же в России живешь, правильно? Дагестан, Россия. Если ты приедешь в Москву, я же в Баку живу, в столице, ты приедешь в Москву, ты сможешь устроиться на работу туда, куда может устроиться, допустим, Иван Иванов. Между тобой и Иваном Ивановым выберут Ивана Иванова. Я умолчу уже про работу. Ты нормально себе квартиру снять не можешь в Москве, будучи гражданином России. И ты говоришь, что вам там хорошо, а нам, лезгинам, здесь в Азербайджане плохо? Нам тут великолепно. Нам тут прекрасно. Нас любят, нас уважают, нас называют Гардаш, Ча Гардаш нас называют. Как только лезгин слышит, а, ты лезгинка, да, Ча Гардаш, сразу. Вы что хотите? Вы что хотите? Нас, мне не нужна никакая автономия, мне здесь хорошо. Меня здесь принимают с моими, у нас 98 школ с лезгинским языком. Там, где лезгины уплотненно проживают. В Кусарах, в Хачмазе, в Худате. Я точно не знаю, я живу в Баку. Но я знаю, что эти школы есть. У нас тут все прекрасно. Мы, лезгины, здесь живем великолепно. Не нравится кому-то, пусть едут в Дагестан. А ты живешь в Дагестане и почему-то строишь свою автономию в Азербайджане. Зачем? Зачем? Немножко подумай, зачем это тебе нужно? Что ты будешь делать? Зачем?